Доброе утро. Доброе утро. Мы приехали на пляж. Хотим немножко на пляже поснимать, погулять. Смотри, крыса. Ред. Там. Ага. Там дохлая крыса, я вам ее показывать не буду. А вон люди. Наверное, семья, муж с женой ловят рыбу сетями. Сейчас подойдем поближе. Давай, ложись с ним и плыви. Ребят, мы вам пообещали показать рыбу. Но Рахул не хочет вот так переходить, потому что ему будет по пояс. А у него там телефон. Ключи. Телефон-то у меня. Ключи. Сигареты. Жара уже на самом деле такая достаточно жарко. А вон, смотрите, собачку обмакает после субботы, принимает ванны. Тоже рыбаки. Сейчас попросит Рахул показать, что они там поймали. А так... Что там? Макрель? Ты мой хороший. Пойдем, мой зайчик, пойдем. Будешь третьим. У нас уже есть две красавицы. Там где две, там и три, и четыре, и пять. Вот поймал рыбу. Берет свою, наверное, маму или жену, но не знаю. И будет она где-нибудь сядут и будет продавать эту свежую рыбку. Поехали. Ребят, еще раз всем привет. Приехали с Рахулом после пляжа погулять в парк. Он находится между Мандрем и Арамболем. Знаете, он такой уютный, маленький. Ну, он небольшой, но он очень красивый. И здесь есть и лавочки. Можно посидеть, понаслаждаться такими красивыми растениями. Ну, вообще здесь так, а вечером подсвечивается, поэтому такое место, куда мы очень часто приезжаем. Сегодня у нас будет вечеринка в честь 1000 подписчиков. Нас уже 1006. Ну, 1006 человек. Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо за подписку, за то, что... смотрите нас, за то, что ставите лайки. Нам очень приятно, и мы дальше, конечно же, будем стараться еще больше вас радовать. Я буду делать разные обзоры обязательно. Вот по плану мне в комментарии написали, покажите кожаные изделия, да, кожгалантерею, ремни. Обязательно в ближайшие дни доедем до этих магазинов, и я сделаю обзор. Пойдемте посмотрим, какое здесь интересное дерево. Я вам покажу. Ну просто вот видно вам. Переплетается такое очень интересное. Вот лавочки, вот здесь река протекает. Сейчас тоже покажу. Не река, а ручеёк. Река там, получается. Река вон там проходит. А здесь от нее ручеёк. Но он, по-моему, уже... Ну, вот там внизу. Давай.
Здесь очень много бурундуков. Сейчас, если получится вам заснять, сниму. Бурундук убежал. Вот тоже необычные растения. Смотрите, здесь травка, такой большой ствол. Наверное, потом цветочки будут скоро раскроются. Я не знаю, как называется. Но очень необычная. Вот это старая плитка. Кстати, она давно здесь так лежит. Я не знаю, почему ее не убирают. Какая-то необычная была, коричневая. Пойдем туда, к реке? К реке пойдем. Эти мне нравятся. Круглишки. Вот тут еще лавочки. Там вот река, сейчас туда дойдем. Здесь очень много туристов, но причем, но они, получается, все с другого входа заходят, и не особо много людей знают почему-то про этот парк, хотя. Хотя здесь, правда, классно посидеть, отдохнуть. Вот просто помедитировать. Мы с Рахулом вечером приходим, у нас там водичек с собой, сидим, балдеем. Ну, когда уже темно. А? Да, дорога такая очень скользкая, надо потихонечку. Я с вами иду, у меня еще нога моя. Думали вчера отметить нашу вот 1000 подписчиков. Это вчера все произошло. Но я не могла. У меня, в общем, еще такая ситуация, знаете. У меня две собаки, как вы все знаете. И они совершенно разные. То есть Эля, она такая более активная, а Молли, она такая более спокойная, такая понимающая. Так вот, Эля, когда ты садишься что-то резать, что-то готовить, начинает прям лапами. Ну, во-первых, она просит, и во-вторых, она начинает прям драть руку, ногу. И причем вчера именно вот на мою больную ногу. Так знаете, что Молли сделала? А я ей говорю: Эля, мне больно. Она не понимает. А Молли взяла, как ее за ухо взяла, и от меня прям оттащила ее, и давай ее ругать. Вот здесь такой мостик проходит. Знаете, когда был сезон дождей, мы с Рахулом здесь были. И здесь люди на таких лодках, типа, как гондолы, плавали, и каяки. А сейчас все обмелело. You remember, do you want to come? Ага, too much water go. Вот, короче, Молли защищала меня. Где? Рыба. Где? Ну, здесь так не видно ее. Может, будет видно, не знаю. А, вот они, видно. Сейчас как телефон упадет. Давай, неси их через пен. Будем ловить завтрак. На самом деле, они вчера с братом купили макрель, отдали ее в кафе в Нанус. И им пожарили ее. Вот, я даже не попробовала, потому что такое какое-то было состояние не очень хорошее. Но зато я сделала холодец вчера. Но он так медленно застывает. Я вам покажу, когда мы приедем, когда уже стол накроем.
Я вам все покажу. Дахул сейчас покажет фокус. Дотрагиваешься, оно закрывается, защищается. Оп, дай-ка я попробую. Быстрее, Сани. Стесняется? Включай. Да, Рахул говорит, стесняется. Растение, которое стесняется. А франджипани, вот это дерево, там нет цветочков еще. Да, уже такая жара. Ребят, ну, честно, вот кто правда хочет порелаксировать, помедитировать, просто посидеть, приезжайте в этот парк. Он получается около... Сейчас я скажу. Ну вот, получается, туда Арамболь, да, Мандрем. Вот здесь ресторан, сейчас я скажу, какое название, и прям за ним. Вот, прям находится за этим рестораном. Glam and Grip. Гламур.